Российские войска начали добычу инертных материалов для строительства военных баз. Работы идут на берегу реки Ингури. В Гальский район уже введена строительная техника и привезены рабочие. Местные жители утверждают, что река уже сменила свое русло. Это неизбежно приведет к катастрофическим последствиям для экологии региона. Причем пострадает не только Гальский, но и соседний Зугдидский регион Грузии. Российские оккупанты привезли рабочих. Они добывают строительные материалы. Разрушается берег Ингури. Бесконтрольное извлечение инертных материалов разрушает экосистему реки Ингури. Наносится непоправимый ущерб флоре и фауне региона. В том числе страдают и редкие виды, занесенные в Красную книгу как Грузии, так и Европы.